если кто-то решил похудеть, то пусть рассмотрят вот такие вот хлебцы из спортпоставки. Они, во-первых, считаются постным продуктом, то есть их можно даже в пост, а во-вторых, они с перцем. Ну, есть, конечно же, и сладкие у них, но с перцем что-то интересное, на мой взгляд. Сейчас мы их вскроем и затестим. Я думаю, пост, либо для тех, кто на диете, будет интересно такое решение. Необычное решение. Ну, по виду, как обычная галета, как печенье, скажем так, земляничное размерами. Вот. Чтобы быть точнее, это получается у нас 5,5 на 5,5 квадрат. Хрустящие, классные, немного подсоленные, острые с перцем. Ну, перец чувствуется, но еле-еле. Где-то как-то так отдаленно. Тем не менее, для обеда самое то. С горчичкой под хороший борщец, супец. Я думаю, будет самое то. 350 килокалорий в 100 граммах. И здесь у нас всего 65 грамм в упаковке. С морской солью 72 грамма углеводов. Ну, такая вот штука. Тонкие. Ну, в принципе, да. Остроты как таковой не ощущается. Ну да, есть что-то отдаленное. В общем, как-то так. Для постных перекусов на работе, в походе где-то там, я думаю, самое то. Взять одни такие острые и взять сладкие для того, чтобы попить чайку в каком-нибудь маленьком мини-походе с ребенком. Самое то. Плотные, они у вас не раздавятся в сумке особо, если их не трамбовать, форму держат, поэтому хорошая вещь. Взять какой-нибудь сыр сверху и будет вообще полноценный бутерброд, в меру соленый, в меру остренький.